Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов «Титан». Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в «Титане». Получилось в два раза дешевле, а состояние как у нового. «Титан» – для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Необычным способом отметил расставание с супругой водитель «Приоры» в Чистых прудах. Мужчина разогнался и на скорости вылетел в кювет. Эту картину увидели сотрудники ППС, которые и задержали лихача. С ним пообщался наш корреспондент Павел Москвин. Машина вам принадлежит? Вообще не принадлежит. Кто за рулем, я не принадлежал. По словам Евгения, машина его, а вот ДТП совершил кто-то другой. Якобы ездить он сегодня и не планировал. Как ваша машина там оказалась в кювете? Я не знаю. Я сидел, пил пиво на улице. На улице? Меня вызвали инспектор ДПС, сказали, ваша машина в кувете. Если верить мужчине, машину запросто могли угнать. Его «Приора» была подготовлена к угону. Может быть, просто я его не закрывал никогда по привычке. Может, кто-то на меня съездил, попил пиво. Вы предполагаете, что вас машину угнали, да? Ну, у меня есть такое предположение, но я не утверждаю. Не отрицал Евгений лишь факт своего опьянения. По словам задержанного, у него была веская причина выпить. Как бы я хотел сделать все по-человечьи. Может, какой-то праздник у вас сегодня был? Что вы отмечали? У меня был праздник. Какой? Да. Звон с женой. Сегодня развелись, да? Ну, как бы мы думали об этом, но... Бам, и все так, бам-бам-бам, бам-бам-бам. По словам очевидцев, сразу после ДТП Евгения задержали сотрудники ППС. Следом на место аварии приехали дорожные полицейские. Экспертизу на состояние опьянения. Я почему не буду, потому что я знаю, что я выпивший. Ага. Много выпили сегодня? Никогда не считал. Сейчас Евгению грозит административная ответственность. Это штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Также придется восстанавливать битую машину. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Новый год не за горами, ты в «Титан» быстрее спеши. За подарками для близких от своей большой души. Компания «Титан» для всех и каждого.